по сей день не хватает общения с ним. Не по сей день, его самого не хватает, как старшего человека. Очень сложно принять решение. И если это решение какое-то там глобальное, очень сложно принять решение. И, к сожалению, не у кого спросить, как сделать, как сделать. Не что сделать, а как сделать. Но он всегда с рабочими советовался, как лучше, как сделать, как что. Во-первых, это, как говорится, сближало нас, как не было такого большого разрыва между рабочим и руководителем. Его вспоминают добрым словом и родственники, и чиновники, и простые рабочие. Генеральному директору «Белагромашсервис» Владимиру Рязанову 16 июля исполнилось бы 76 лет. Один из самых сильных руководителей в Белгородской области, заслуженный машиностроитель России, в лихие 90-е возглавил огромное предприятие и вывел его на высочайший для тех лет уровень. Трудно представить, что было бы с заводом, если бы не Владимир Рязанов. Было выбрано направление, это производство сельскохозяйственной техники. И уже здесь постепенно, начиная с Карачанского района, начиная с сотрудничества с сельхозакадемией, началось это прорастать. И это выросло вот в один из крупнейших заводов по производству сельскохозяйственной техники России. Сделаем все для того, чтобы предприятие, которое Владимир Михайлович, наш отец, основал, оно было известное в мире. В мире? Да, в мире. У нас для этого все есть. «Белагромашсервис» теперь возглавляют сыновья Владимира Рязанова. Завод является лидером российского производства машин для обработки почвы. Предприятие развивается. На протяжении всех десятилетий здесь никогда не забывали о людях труда. Этому учил Владимир Рязанов. Вообще я знаю Владимира Михайловича с 1977 года. Я его запомнила. Это мудрый руководитель, прекрасный человек. Вот посмотрите, у нас в цехе есть фотография Владимира Михайловича. И под нею такие слова под этой фотографией. По делам твоим и память о тебе. Действительно, он оставил большую память о себе на этом заводе. Когда он пришел на завод, мы 11 месяцев не получали заработную плату. И первое, что сделал этот мудрый руководитель, он нам выплатил заработную плату. Владимир Рязанов жил работой и людьми, которые его окружают, оставил о себе добрую славу, которая, как известно, дороже богатства. 16 июля ему исполнилось бы 76 лет. Виктор Апальков и Николай Русанов. Белгород. Медиа.